Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Напомним, что в начале июня был убит 21-летний житель поселка Лежнево. Незадолго до гибели он распивал спиртное со своими знакомыми. Один из них бывший, а другой действующий сотрудник полиции. Между молодыми людьми произошел конфликт. Бывший сотрудник правоохранительных органов нанес своему лежневскому приятелю несколько ударов отверткой по голове и телу. Парень погиб. Одному из полицейских предъявлено обвинение в убийстве. Он под стражей. Другой фигурант этого дела под подпиской о невыезде. С целью уничтожения мертвое тело погрузили в автомашину ВАЗ и вывезли в лесной массив, где развели костер, в который бросили тело убитого. Через несколько дней злоумышленники вернулись к указанному месту, облили останки обгоревшего тела бензином и вновь подожгли.